Есть такое слово еще – расстраиваться. Так ведь? Что такое Да. расстраиваться? И что такое настроение? Расстраиваться – это как бы расстроиться. То есть в русском языке сохранились вот эти знания, наверняка из прошлого. Сейчас многие люди же не задумываются, что такое расстраиваться. Да? Расстраиваться – значит там, испортить настроение. Но опять же, настроение. Настрое, да? Настрой. Настрой, но это настрое. О чем речь идет? Что любой человек как минимум состоит из трех, скажем так, сосуществующих одновременно сторон. То есть физическая сторона, вот есть физическое тело с его потребностями, функциями, да, состоянием. Есть его эмоциональное состояние с соответствующими параметрами. И есть его человека ментальное состояние. И у большинства людей эти три как бы параллельных существа, они не сонастроены. Они живут каждой своей жизнью. Например, ум говорит, там, допустим, надо сидеть в офисе и зарабатывать деньги. А эмоции говорят, не хочу сидеть в офисе, хочу там в отпуск на Черное море или куда-нибудь подальше еще, да? А тело говорит, что вообще-то я просто хочу полежать. Ну, к примеру. Вот элементарная ситуация, с которой человек сталкивается, правда? То есть физическое хочет одно, эмоциональное другое и ментальное третье. Например, сейчас, поскольку ментальное существо тоже, так сказать, активизировано, у многих людей оно, скажем так, ну, куда отправляется? Оно отправляется в облака, да, то есть в облачные сервисы всякие разные, сетевые ситуации, правда? Потому что уму интересно, и он там, так сказать, блуждает. При этом человек может забыть о своих эмоциях каких-то. Может быть, эмоционально, наоборот, он когда останавливается, говорит, да что ж это такое, я там целый день провел в сетях, потерял время, кусочек жизни своей потерял, да? То есть эмоции потом расстраиваются. Но в моменте эмоции реагируют на то, куда обращает внимание наш ум. То есть ум подчиняет как бы эмоции. В этот момент тело вообще никто не спрашивает. Люди бывают так сейчас тонут в сетях, что забывают поесть, поспать или там подвигаться. Забывают о том, что пропустили там утреннюю зарядку, допустим, или ежедневную прогулку. То есть нет согласования между физическим, эмоциональным и ментальным. Поэтому все люди живут в этом смысле в расстроенном состоянии. И поэтому в расстроенном состоянии удержать настроение не так просто. Более того, все усугубляется с тем еще, что человек, в общем-то, не знает ни себя физического, ни себя, в общем-то, эмоционального. То есть, когда человек погружается даже вот в физическое, ну что делает человек? Он идет, делает, допустим, какое-то вот ежегодное чекап такой, да, то есть здоровье. То есть он проходит диагностику, ему какие-то анализы там выдают или задают. И человек, уже глядя во все эти бумажки и слушая слова там доктора, он начинает вникать, что вот у меня здоровье там в порядке или, может быть, не в порядке. Каждый человек, по идее, должен знать свое тело сам, да, то есть никакой там внешний доктор или анализ он до конца этого не заметит. Но большинство людей настолько уже отключены от своего физического тела, что если им не проходить вот этот вот осмотр, то он, человек, представления не имеет, в каком состоянии находится сам, потому что настолько он уже отдалился от тела. И поэтому, конечно же, человек пихает в свое собственное тело всякие яды, всякие разные вредные продукты, или даже полезные, но если в избытке, они тоже становятся ядовитыми. И поэтому для того, чтобы что-то рассчитывать, еще раз говорю, надо видеть это. Да? То есть если человек не видит тело, что он там может рассчитать? И то же самое касается, если это даже физическое тело, где хотя бы можно анализы сдать. Когда ему нужно эмоционально что-то сделать, ну, может быть, он пойдет к какому-нибудь психологу. Но опять же, психологов видящих, ну, их просто
если и существуют в природе, но крайне мало. Они опираются на какие-то свои собственные модели, схемы, пытаются применить какие-то инструменты на человека и очень часто не видят даже, что человеку эти инструменты вообще не подходят и нужно что-то другое. И когда человек, наконец, получает какую-то эмоциональную встряску или у него там действительно что-то там произошло, то если он начинает нырять в свои собственные эмоции, он там абсолютно теряется. Он не знает, как работать с эмоциями. Он не может справиться с элементарными страхами, с гневом, например. Да? Или если накатит хандра какая-нибудь. Вот. То есть человек эмоционально очень, ну, в большинстве своем, ну, незрелый. Все, что человек умеет, это, ну, подавлять в лучшем случае эти эмоции, а не что-то с ними делать. И поэтому он и там ничего не видит. Если говорить о ментальном пространстве, для того, чтобы человек действительно понимал, в каком состоянии его ум находится, и в каком состоянии его мышление находится, ему нужно иметь какую-то систему знаний о реальности, которая более-менее достоверно ее отражает. Такой системы знаний нам не дают. Нам дают систематизированную информацию, соответствующую с тем, какие авторитеты, там, в какую эпоху времени заправляют в этом пространстве, правда? И как это считается, так и, как говорится, заправляют. А сейчас вообще людей отучают, в общем-то, думать, людей учат больше работать с информацией, да, информационная конъюнктура такая. То есть если человек может отражать мнения авторитетные, как-то их организовывать, то он считается там эрудированным, знающим и так далее. Если он этого не умеет делать, и даже любое свободомыслие, по-настоящему свободомыслие, оно, в общем-то, не поощряется, оно где-то пресекается, и все в основном сводится к тому, чтобы как эту информацию правильно там выстроить, там, подтасовать, манипулировать, вызвать эмоциональные реакции человека. Это более чем достаточно, чтобы человек считал себя там уже чем-то там успешным, развитым, продвинутым. И это происходит повсеместно. Посмотрите, кто на слуху, за кем следуют люди, за кем, ну вот и так далее. То есть, если мы посмотрим на все эти три части, ментальное, эмоциональное и физическое, то люди в большинстве своем слепы, и более того, они не знают о слепоте этой своей, и поэтому не пытаются что-то с этим сделать. Но иногда пытаются что-то сделать, но их возникает ситуация, что слепые ведут слепых, потому что некоторые слепые считают, что они что-то видят и начинают призывать под свою, так сказать, под свои знамена своих последователей и начинает их куда-то вести, непонятно куда. И потом проходят годы, или человек вот вдруг просыпается, как от наваждения, и видит, что он потратил время совершенно напрасно, не пришел совершенно никуда. Поэтому как рассчитывать, Оль, как рассчитывать, если ты ничего не видишь и не умеешь верить, например, да? И поэтому, что касается мотивации, здесь, в общем-то, мотивация, она идет, скажем так, из души, я бы сказал. То есть обычное понимание мотивации, оно достаточно поверхностное, скорее какое-то вот импульсивно-компульсивное что-то такое. Да? То есть, например, в этот момент у меня мотивация появилась умственная. И поскольку ум у большинства людей достаточно дикий и, как говорится, незрелый, то сейчас стимулировать ум легко, и мы это и видим, что многие люди... Вот я сталкиваюсь с тем, человек говорит... У меня нет времени сделать там упражнение или пройти курс. Ну, я имею в виду вот тех, с кем я соприкасаюсь. И между тем, я более чем уверен, что эти же люди проводят не минуты, извините, да, а часы. Часы, промывая себе мозги совершенно как бы никчемной информацией, но которая стимулирует какие-то вот, ну вот, видимо, что-то в подсознании, может быть, что-то шевелит, какую-то эмоцию может... вот так вот вызвать, да, то через образ или через поворот, через словцо и так далее. Но в общем, если посмотреть, человек может оглянуться и сказать, вот я просидел в сетях там несколько часов. Что мне это реально дало? Мне это дало, в общем-то, прореху в моем потоке жизни, да, то есть дыру такую, где я не поумнел, а скорее поглупел, да, где эмоции мои потрачены, но совершенно не на действие, потому что эмоции должны даны нам для чего? Чтобы дать нам больше сил в нашем каком-то действии, в созидании. А если это тратится впустую и нет никакого действия, ну, считайте, что потеряли и потратили на это свои жизненные ресурсы. То же самое можно сказать и физически. Очень много
перекладывание бумаги, это я условно говорю, да, то есть как бы предмет с места на место перекладываешь бесцельно, а никуда это не приводит. Сколько суеты, ну вот люди помоложе еще вот иногда видишь, кто-то куда-то там спешит на дороге, да, куда спешить, чего спешить, что у него там за цели такие, да, и насколько это важно. И вот так люди носятся туда-сюда, туда-сюда, и, опять же, физически ничего такого не делая, не созидая, потому что если бы созидая, это было бы видно. А мы видим больше следов разрушения, чем созидания. И поэтому, если мы на все это внимательно посмотрим, то, в общем-то, мотивация падает туда, где находится, как говорится, как армия прибывает по последнему бойцу. Да? То есть, где находится самая низшая часть, она вдруг начинает захватывать, потому что основная часть внимания сознательно перехвачена непонятно на что. И когда мы говорим, вот возвращаясь к вопросу обо мне, что меня захватывало там и удерживало, это означает, что в тот момент я, то есть моя мотивация шла из моей души собственной, хотя, может быть, я до конца это не понимал, но там была сонастройка ментального, физического и эмоционального. То есть если ментально, физическое и эмоциональное, они совпадают, то это возникает настоящее, скажем так, потребность, которая может человека вести годами, даже десятками. Я ведь занимаюсь боевыми искусствами, например, ну, скоро будет 50 лет, как занимаюсь, и довольно-таки интенсивно, может быть, сейчас внешне не физически интенсивно, какие-то более тонкие процессы, но тем не менее. А почему это происходит? Потому что у меня там совпадают потребности физические, потребности эмоциональные и ментальные. То есть, если это все совпадает, то возникает интерес надолго и, как говорится, и достаточно сильный. Потому что в этом смысле потребность, когда надо и хочу, совпало. То есть, мне это и надо, и когда я под это надо обнаружил свое хочу, все, поток энергии пошел настолько сильный, что он не прекращается до сих пор. У большинства людей, поскольку вот надо и хочу не совпадает, большинство людей движимо в этом случае не тем, что нужно действительно с точки зрения души, а тем, что кажется там желаемым в моменте с точки зрения тела ли, с точки зрения там эмоций, с точки зрения ума. Да? И когда мы следуем движениям, например, тела, то оно может, например, не совпасть с движениями эмоций. Да? То есть тело, допустим, вожделеет, а эмоции говорят «нельзя». Ну, например, или эмоции куда-то потянули и истощили тело. Да? Сколько сейчас вот мы наблюдаем вот этих всех звездные пары, где там престарелый мужчина находит себе там какую-то юную красотку. И, кстати, очень некоторым везет, как бы, потому что юная леди там отдает реально свою жизнь энергию, человек там молодеет. Но в большинстве слоем люди очень быстро стареют, потому что, наоборот, вытягивается энергия, например, да, то есть, и поэтому эмоции говорят «да», а тело-то уже давно говорит «нет», да, то есть, ну, кто его слушает там, и то же самое ум, например, да, что он там ум подсказывает, и большинство людей, поскольку ведомы какими-то социальными стандартами, внешними формами, и нет никакого внутреннего реального идеала, то тогда начинается следование такому консенсусу социально-общественному, да, что считают люди. И тогда я этому соответствую и начинаю там этим, если сейчас это, ну, там, допустим, модно, так я это буду и делать, да, то есть, ну, сейчас, ну, до смешного доходит, что, опять же, наши звезды без конца фигурируют, причем не только сейчас мужчины там молодыми своими партнершами, но и женщины сейчас выставляют на показ, ну, там, свои интересы касаемые. Ну, то есть показывает свою незрелость, да, то есть с точки зрения души, ну, это детский сад. Ну, если не детский сад, это такие подростки, которые дорвались уже, наконец, до возможности и начинают это проявлять. Вот, поэтому, если смотрим на вот эти противоречия, почему люди срываются, да, потому что в моменте что-то сильно активизировалось, либо эмоция, либо ум, либо там физика активизировала, да, и на этом активизации, как более сильный голос, он выдает желание, да, это желание, оно является всегда иллюзорным, потому что в этом отличие желания там от хотения, например, и поэтому, поскольку оно иллюзорно, то в следующий момент возникнет какое-нибудь другое желание,
А потом возникнет третье желание, там еще какое-то. И они постоянно друг друга как бы погашают. И поэтому никакого устойчивого движения не идет. Не будет никакого устойчивого движения, если человек не достучится до собственной души. Он будет в этом случае душу, так сказать, подчинять желаниям то тела, то эмоций, то ума. И поэтому, собственно говоря, все и срываются. Как бы. Если человек достучался до туда, то его уже не свернешь. А так получается, как бы, лебедь, рак и щука, в общем-то. Я сейчас слушала, вот пока слушаю, у меня мозги сейчас. Вот ты говоришь про эмоции, мне кажется, о, точно, надо начинать с них. Потом про ум, я такая, нет, надо точно вот сократить информационное ожирение, как-то нужно отруливать физика, или я начну с упражнений. А сейчас вот закончил душой, и, господи, этот клубок, с чего его разматывать-то начинать? Вообще за что потянуть? За упражнения какие-нибудь, ну, какой-то. Ближе всего к душе находится наше тело, как это ни странно. Вот то есть по своим, как бы, по своей тонкости, да, то есть эмоции, они тоньше и сильнее, чем физика. Да? То есть если человек захватывается эмоции, например, влюбленности, он может себя физически истощить там сексуально, допустим, да? Ну, то есть эмоции сильнее, чем физика. Он не будет обращать внимания, что он уже там разваливается физически там, и так далее. То есть эмоции сильнее. Точно так же обычно, как бы, следующему идет, как бы, ум, ментал. Ментал сильнее, чем эмоции. А душа, она идет дальше уже ума. Это, как бы, высшая форма ума в каком-то смысле. Да? То есть если все выстраивается вот таким образом, как бы, через соответствие, то есть соответствие физического, эмоционального, ментального, тогда физика должна следовать эмоциям, да? То есть тело должно делать то, что дает нам полноту чувств, то, что вызывает эмоцию, да? То есть вот какая-то эмоциональная мотивация, там, двигатель. А эмоции должны управляться менталом, который уже может это все сгармонизировать, уравновесить, отрегулировать, как бы рационализировать это даже. То есть если эмоции подчиняются менталу, а тело подчиняется эмоциям, а ментал подчиняется душе, тогда все нормально. Возникает вот такой поток. Но когда мы говорим, вот, что лучше начинать с души, а человек понятия не имеет, что это такое, и вообще даже не верит в нее, то что толку начинать с этого? Но почему я говорю, что тело ближе к душе? Почему? Потому что, например, эмоции, они могут в течение жизни много раз меняться. Можно эмоционально просто перерождаться каждый год. Чуть ли, да? У нас это происходит. Весна, осень, как бы, вот это все. Можно ментально вообще все поменять. Да? Вот жил я, вот, например, в свое время, был таким заядлым атеистом, потому что меня обучили в советской школе, да, потом в институте мозги промыли, ну, в общем, готовый атеист. Потом происходят какие-то события со мной, которые переворачивают мое воззрение, и все, больше я не атеист. Да, то есть и мировоззрение может в течение жизни поменяться. Достаточно встретить мудрых и действительно сильных людей, заинтересованных лично в вас, и какая-то связь. Вы можете свое мировоззрение много раз поменять, правда? То есть человек жил, верил в Маркса и Энгельса, теперь он верит там в транссерфинг. Или там, начиная с жизни цитировать, там, не знаю, кто-то цитировал когда-то Виктора Цоя, и это была вершина ума. Кто-то цитировал бесконечно, и цитирует, кстати, Кастанеду, например, да? Сейчас просто цитатами усеяна какая-то достаточно серьезная часть интернета буддийских учителей, самого Будды и так далее. То есть человек жил, вот я даже знаю такую историю, был атеистом, потом раз стал буддистом. А потом через буддизм пришел, наконец, в православие, и теперь вот уверовал. Да? То есть в течение жизни ум поменялся несколько раз. Я думаю, еще поменяется, достаточно такую сильную связку получить. И ничего страшного не произойдет, потому что все это, в общем-то, эмоции, они иллюзорные, а ум фантазийный, так или иначе. То есть можете свободно менять все это содержание. Ну, конечно, так аккуратненько, чтобы не доводить человека до кризиса. А вот когда тело разрушено, все, придется заново воплощаться. Вот это же как бы не поменяешь сильно, да? Не, конечно, делают сейчас искусственный глаз даже делают, который видеть может. И в Америке он уже искусственное сердце запустили полностью в био. Ну, это все, так сказать, технологические компенсации, я бы сказал. То есть тело, по большому счету,
То есть реально то, что мы сделаем. То есть, например, если вы будете думать, что ну, приготовлю-ка я кому-нибудь, сделаю приятно, приготовлю завтрак. Сколько бы вы эмоционально там себе не заряжали, ну там вдохновляли, сколько бы вы умственно это не обосновывали, пока вы не сделаете эту яичницу, то вы ничего не сделали. Да? Но иллюзорно вы будете говорить, ну я же так хотел это приготовить, я же действительно очень хорошо отношусь. Или я же, ну можно даже изучить там сотни рецептов, ну, к примеру, или там еще что-то. Или человек будет умственно обосновывать, что нужен подходящий момент, ну и так далее. В конечном итоге сыграет роль, берешь лопату, скопал огород, он скопан. А что там за этим стоит эмоционально, ментально, ну, как бы это добавит, да, то есть огород можно скопать быстрее, там, нежнее, эмоционально, да, к примеру. Можно умственно сделать это грамотнее и так далее. Но в конечном итоге все эти вот эмоциональные и ментальные волны, которые люди так сильно сейчас увлекаются, и большая часть энергии падает, в общем-то, туда, и в результате физический человек пассивен. Но в конечном итоге в нашем физическом мире играет роль созидание. А созидание, оно все равно воплощается через физическое действие. Поэтому тело ближе всего. И поэтому я бы сказал, что если кто-то хочет достучаться до души, то начните с тела. Оно точно вам подскажет, достучались вы или все еще витаете в облаках. Я тогда смотрю, тогда у меня такой вопрос. Вот, вот допустим, у нас сейчас идет курс «Цигун 8 основ». Да? И ребята зашли очень мотивированные и очень хотели делать. И я знаю по себе, что это офигенская практика, которая дает массу энергии сразу. И бывают провалы, но потихонечку какой-то базовый уровень этой энергии, он постоянно подрастает и дает больше и больше возможностей. И все равно люди бросают и начинают заново. И я вижу сопротивление, и вижу, как это тяжело идет. Даже несложные упражнения, да, в цигуне нет таких каких-то сложных движений, архисложных, невозможных к выполнению. Все очень тонко, аккуратно и корректно. И все-таки это тяжело. Казалось бы, здесь вот напрямую идет работа с телом. Почему здесь вот встречается это сопротивление? А здесь как раз это не, как бы, не иллюстрация того, что я что-то не так сказал, да? Но дело не в том, что я сказал так. Это как раз подтверждение, потому что что людям мешает, посмотрите. Да. Людям мешает. Вот если, например, человеку можно человека мотивировать, можно ему все объяснить, не объяснить, или можно просто вот он будет делать эти 8 основ, выучит движения, да, и будет их повторять. Независимо от того, что он там себе эмоционально или ментально напридумывает, с ним произойдут перемены, 100%. А вот эмоции начинают мешать, они как препятствия. То ли я хочу, то ли не хочу, то ли мне нравится, то ли пред. То есть, ну вот, вот это все, да, то есть и умственно, там, обоснование, и воспоминания, и прошедшие психологические травмы, и чего только не наворочивают люди. То есть, как они, люди попадают в ловушку ума. То есть, как только человек начинает вместо того, что принял решение, вообще решение такое лучше принять заранее, что вот я эту неделю буду заниматься и выстроить временные приоритеты. Да, реально я могу там с 8 до 9 утра, к примеру, да, вот в это время. Все, я выстроил приоритет, я этому следую. И я в этот момент, когда время наступает, я просто делаю. Я не думаю, надо делать, не надо делать. А как я себя чувствую, а не чувствую. А хочу ли я, не хочу ли. А могу ли я, или там, как говорят, магнолия. И так далее. То есть просто надо сделать. И через неделю произойдет видимая перемена. Что делают люди? Во-первых, не восстанавливают приоритетов. Может быть, я сделаю, может быть, я не сделаю. А может быть, мне кто-то позвонит и прервет, и это, вот это вот, ну, какой-то случайный разговор окажется важнее вот этого приоритета. Да? Например, опять ум отвлек, эмоции отвлек. И если человек начинает как бы переводить энергию в сознание, то его физика становится пассивной. Он все оттуда забирает. Там и так особо ничего нет. Да? А тут раз еще и переключили в сознании. И поэтому для того, чтобы сейчас, ну, скажем так, произошло какое-то действие, вот посмотрите, человек приобретает какой-нибудь курс там, приготовления супов. Да? Сколько людей его приобрели, сколько людей его создавало, сколько информации там собралось и сколько супа в результате появилось. Понимаете, да?
Вместо этого взял бы человек, там, не сильно вникая, может быть, сделал первый рецепт и сделал, потом второй рецепт сделал, потом третий сделал. И даже, может быть, не покупая 10 курсов, взял бы хотя бы половину одного сделал, да? И что-то бы в жизни начало реально меняться. По крайней мере, в жизни их близких. Вместо этого человек там покупает эти курсы, потом он их куда-то складывает, потом он себя начинает бичевать, что он ничего не делает, потом он как бы думает, что, ну нет, когда наступит более подходящее время, обязательно это сделаю. То есть он все время в ловушку сознания попадает, и вся энергия туда уходит, и когда он оттуда выбрался, он уже выбрался ни с чем, и время прошло. И поэтому, когда вот мы, я смотрю на этом курсе, все происходит то же самое, например. Человек попадает то в ловушку там, эмоций, то в ловушку ментала, обоснований каких-то, уговоров. И вместо того, чтобы решить, как там ногу поднять, да, куда ее вытянуть, он начинает думать, а смогу ли я вообще поднять эту ногу? Или что же мне мешает? Что произошло 15 лет назад? И почему мне со мной так поступили? И теперь я все, я истощен, я изможден. Ну, то есть, все, парализован человек. Человек сам себя парализует. И сознание человеку дано как дар. А человек умудряется сделать из него проклятие просто. И эмоции, которые могут сделать человека счастливым, являются главной причиной несчастья и страданий, например. Поэтому вот это примерно происходит. Но поскольку мы все же говорим, что главным движущим у нас является, в общем-то, объединяясь вначале душа, то здесь вот как раз то, о чем мы так вот за кадром говорили, я еще раз повторюсь. То есть, например, чтобы что-то происходило, какие-то перемены происходили в жизни человека, то есть мы не изобретем ничего, да, такого прям уж существенного. Мы можем обратиться к опыту мудрых. Как, например, поступал тот же просветленное существо в виде Будды Шакьямуни, да, Шакьямуни. Он говорил, то есть, когда человек там решил все-таки встать на путь, он говорил, я покажу путь, но вы должны сделать это. Видите, сделать надо, пройти самим. Никто за вас не сделает. И те люди, кстати, которые там в группе даже меня благодарят, что благодаря чему-то. Я знаю и могу сказать всем, что они сделали все это сами. То есть человек всегда все меняет в жизни сам. Никакая помощь учителя, никакая помощь там чего-то, кого-то ничего не решает, потому что дальше нужно делать. Способствует – да. Направляет – да. Там, ну, освещает – да. Но дело человек только в конце концов сам. Так вот Будда говорил, что все очень просто. Слушаем, размышляем, применяем. Поэтому, ну вот первая часть слушаем, если человек не слушает того, что нужно, да, а слушает только то, ведь очень легко понять, чего хотят от нас, чтобы мы слушали, куда направляли внимание. Это кому-то должно быть выгодно, да, но только кому угодно, только не нам. Могут создать впечатление, что это нам выгодно. На самом деле это нам вообще не выгодно. Мы теряем жизнь непрерывно, целыми большими кусками, направляя самое тонкое, что есть в нашем существе. Это наше внимание, да, то есть самую тонкую часть энергии, самую тонкую часть жизненного потока – это внимание. И вот наше внимание забрали, переключили, прополоскали, вытерли там все, что надо и вернули. Вернее, не вернули уже, да, а как бы оставили нас без. Так вот, насчет слушаем, да, то есть надо слушать о чем? Слушать о том, что такое реальность и что такое мы в этой реальности. То есть надо слушать то, что полезно для нас, и то, что приближает нас к постижению того, чем является сама жизнь. Поэтому начинаем с того, что слушаем. Второе, мы размышляем. Размышляем означает, что мы задумываемся, какое это имеет отношение лично к нам. Вот, например, мой учитель, когда давал там свое, ну, там, учение, да, там есть целый раздел воззрений, не соответствующих там, учению, а противоположных. Я думал, а зачем мы это изучаем? Зачем заведомо изучать ложные воззрения? А потом в процессе там, обучения там один мой мудрый, как говорится, брат духовный, он говорит, мы это изучаем, потому что это наши воззрения вообще-то. Да? То есть мы выпадаем в них постоянно. Если мы о них не знаем, мы даже не заметим, что мы туда попали. Поэтому, когда мы что-то делаем, надо действительно задуматься. Учение будет тогда полезным, когда я точно знаю, какое это имеет отношение лично ко мне и конкретно к моей жизни. Поэтому мы размышляем в этом ключе. Вот я послушал, что говорит там учитель, учение
А потом я размышляю, какое это имеет отношение ко мне. И когда я размышляю, тогда все учение становится заземленным. Да? То есть оно действительно будет принести практическую пользу какую-то. А когда я это уже получил, увидел, то дальше следующий шаг – применяем. Все, слушаем, размышляем, применяем. Теперь, что касается у нас. Почему я сейчас, вот, например, на курсе начинаю какие-то, ну, не проповеди читать, но какие-то вот, ну, объяснения с точки зрения именно вот этого, да? Не только касающиеся там, как, куда, как ногу потянуть и как ее там вытянуть, или руку, а к тому, чтобы пояснить, что с нами происходит, откуда возникает там тоже сопротивление или как там еще что-то. Но по большому счету, конечно же, нам надо создавать такую среду, где люди, которые готовы услышать, которые родились с ушами и с глазами хотя бы, да, желательно без языка, потому что у человека раньше язык начинает работать, чем глаза и уши. То есть, но, то есть, где мы можем об этом хотя бы поговорить, мы можем это засветить. Поэтому говорят, вначале было слово. То есть слово, мы все равно, хотя в конечном итоге все поменяется благодаря энергии, то есть действию, созиданию. Но вначале было слово, надо обращаться к сознанию. И, конечно же, мы заявляем не курс, обращенный к сознанию, мы обращаем курс, обращенный к энергии. То есть, что теперь делать с этим? Но вот этого, возможно, не хватает. И мы можем сделать соответствующие какие-то решения и шаги, чтобы создать такое пространство, где человека – это потребность, которая, в общем-то, у души, у любой души есть, осознает она или нет, но это просто дело возрастное, скажем, или дело зрелости. Но где можно эти все вещи, так сказать, пробуждать, засвечивать. И тогда уже люди с вот с этой подготовкой, заходя на курс, у них не будет вот этих проблем, да, потому что вот все проблемы там возникают из сознания, потому что вместо того, чтобы служить нам, оно становится препятствием. Как говорил учитель, важно овладеть умом, да, иначе ум будет владеть нами со всеми вытекающими последствиями, которые мы как раз наглядно очень видим на нашем курсе в том числе. Спасибо, Сорг. Хотелось бы спросить про поражение, про неудачи. Ну, часто что-то не начинаешь делать или оттягиваешь этот момент до упора, потому что боишься проиграть и боишься упасть. И этих падений уже было прилично, и начинаешь интуитивно их как-то избегать. Лучше я не сделаю ничего, чем я там залажаю опять в 1001 раз. Неудачи – это обязательный, ну, мне кажется, это обязательный процесс, вполне очевидный. Почему так страшно пережить эту неудачу? Ну, дело в том, что удача или неудача – это, в общем-то, такое достаточно фиктивное понятие. Да, то есть, по большому счету, это понятие, которое обозначает некую относительную категорию, да, такую смысловую. Что значит неудача? Например, что-то не получилось, но это, если человек при этом ставит себе большие задачи, у него, конечно же, будут эти «не получилось», которые ведут к «получилось». То есть, как говорил Черчилль, да, то есть каждая неудача – это шаг к успеху. Если человек ставит такую большую задачу, он обязательно к успеху придет. И тогда неудача, временное как бы, проявление того, что человек еще не имеет тех качеств, которые необходимы, и поэтому не может их проявить, значит, он будет нарабатывать, он их засветил, он их там может с этим делать что-то дальше. Если он это не засветит, он даже этого не поймет. Да? То есть откуда это возникло. И поэтому любое такое вот неудача, видимо, она просто показывает готовность или неготовность к чему-то. Знание, незнание, способность, неспособность и так далее. И поэтому с точки зрения как бы потока жизни неудач вообще не существует. Любая неудача, она является как бы либо поучительным примером, либо засветкой чего-то. Но если мы, не зная об этом, отождествляемся с этим, и сужаем наш поток энергии к этому частному отрезку времени, где что-то произошло,
то, конечно же, мы можем там и умереть, да, то есть мы фактически, поток жизни, он непрерывен, то есть мы должны все время двигаться дальше. Если мы застряли где-то в прошлом, где-то что-то произошло, и мы там не вытянули что-то, то мы умерли, и мы живем уже в мертвом состоянии там, в этом моменте. Но эта смерть тоже иллюзорная, но когда мы отождествились с ней, то для человека она начинает обуславливать его жизнь до поры до времени, когда ему наконец не надоест или когда не наберется энергия, когда он сбунтуется с этим, и все это быстро очень решится. Но, в общем-то, это все неудача, это как бы это неведение, я бы сказал. Неведение о том, что такое жизнь. То есть не существует неудач. Есть, скажем так, частности, да, которые выглядят какие-то ошибки, срывы там и несоответствия. А неудач не существует. Ребят, если кто-то хочет поучаствовать в разговоре, я с удовольствием добавим вас в спикеры и обсудим любые моменты, которые вам тут интересны, если что, чтобы вы знали. Вот Ольга нажимает постоянно на микрофон, но не подтверждает, видимо. Олеч, подтверди, пожалуйста. Вот я еще раз подтвердила, но... Ага. Сунг, я вот... Мне кажется, получилось. Получилось? Ну вот, пока... Вот. Вот теперь слышно? Да. Я первый раз нажала, извиняюсь, нечаянно, честно скажу. Да, ничего страшного. Да, а второй раз просто хотела выразить благодарность Сунгу, то, что я давно хотела услышать, и вот слушаю. Потому что очень много ценного, то, что я услышала и применила в своей жизни. Хочу сказать, что я все применяю. Отлично. Замечательно. Да, благодарю, очень благодарна по поводу, вот, в прошлый раз вы мне дали рекомендацию такую укреплять ноги. Я все это время укрепляла ноги. Только сегодня я шла, занималась там на уличном тренажере и думаю, я буду сегодня слушать Сунга и скажу, что вот я укрепляю ноги, потому что действительно у меня ноги стали слабые после того, как очень много было стресса там. И вот, вот у меня такая искренняя сердечная благодарность. Ну вот как раз пример того, что действие определяет, да? То есть действие происходит, жизнь реально меняется, улучшается, продвигается. Да, и когда у меня были такие, знаете, меня как одно время, вот честно скажу, я человек очень позитивный, да, но когда у меня, я заканчивала свою карьеру юриста там в правоохранительной системе, у меня стали болеть ноги, вот честно скажу свою историю, да, вот красненько. Я как-то стала замечать странно, у меня ноги как будто подкашиваются, что-то. Ну, видимо, я стала думать, что у меня источник дохода уменьшается. И стали ноги. Никогда меня ноги так сильно не беспокоили. Ну, у меня была травма мениска, я ее восстановила, я заново училась ходить, и тут опять. И я такой человек, думаю, нет, надо с этим как-то, не знаю, преодолеть что-то. Вот. И спросила вот у Сунга, вот, не знаю, помните вы, не помните, что вот у меня такая ситуация. И вот все это время я пыталась, вот ходила много, старалась там в лесу ходить, делать упражнения, растяжку там, все, что возможно. До цигуна я еще, конечно, не дошла, я надеюсь, я дойду. Вот. Здорово. Да, я очень благодарна, потому что только сегодня я стала чувствовать, что в моих ногах, и она появилась какая-то уверенность, и я хожу даже быстрее, чем раньше. Потому что был такой промежуток времени, как будто бы левая нога, там, где вот у меня был мениск, она опять стала такая, как будто бы слабая. Вот. Поэтому я всем желаю, чтобы люди... Как бы такие крупинки знания, которые получаете от Сунга, прям вот для меня это как, не знаю, нектар, наверное. Очень благодарна. Спасибо большое. Спасибо большое за такую обратную связь и за историю, потому что, ну, у меня та же самая, такое же точно ощущение. Я когда послушаю Сунга, у меня, я знаю точно, где-то дней на 10 мне пока вот сейчас хватает, и это расстояние увеличивается. Дней на 10 мне хватает отстроиться, и я прямо иду вот ровненько, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Потом опять расстраиваюсь, видимо, как я сегодня поняла. Сунга, вот такой момент. Я как-то слышала концепцию, что для того, чтобы что-то делать,
не так важно найти, что тебе нужно делать, как не делать того, что делать не надо. Вот удерживать себя от ненужных поступков, ненужных действий и ненужных, ненужной фокусировки внимания. Вот как себя удерживать, как определять то, что тебе правильно, то, что тебе нужно, и то, что является лишним, то, что тебя отвлекает? Если то, что вы делаете, вызывает радость в других, значит, вы точно на правильном пути. Если то, что вы делаете, вызывает радость только в себе, тут надо внимательнее посмотреть. Ух ты! Я никогда с этой стороны... Я думала сейчас, скажите, если то, что ты делаешь, вызывает у тебя радость, то это значит, ты там в согласии со своей душой, со всеми делами других. Ух ты! А потому что, когда мы видим именно радость в других, то мы по-настоящему радуем собственную душу. Душа не пришла себя сама обслуживать, понимаете? Душа пришла... Для души естественным является служение. Поэтому если вы действуете из души, то это всегда для других. Практически всегда. Но это не означает, что попадать... Знаете, тут можно опять попасть в ловушку ума, под чьи-то манипуляции, под чьи-то это. Ну, в общем, понимаете, я говорю сейчас про суть процесса, а не... По форме, да, там надо, конечно, чтобы действительно была такая возможность, нужно искусство. Искусство помогать другим. Это величайшее искусство и самое трудное из всех, которые человеку как бы даются жизни на самом деле. Спасибо большое. Итак, что у нас получается, что... Если резюмировать, получается, что все-таки начинать лучше с физического тела, начинать нужно с каких-то упражнений или с действий. Правильно? Смотря какая стоит задача. То есть, когда мы говорим, что мы начинаем уже делать что-то конкретное с телом, то есть просто я говорю, что реально будет происходить, когда мы уже занимаемся телом. Но если, например, говорить в целом о процессе, то вначале было слово, да, все-таки. Ну, как бы, разберитесь. То есть слушать, размышлять, применять. Вот это сначала. Вот так? Да. Угу. Значит, все-таки нужно найти себе источник знаний. Да, потому что сознание для человека самое главное – это сознание. Ну, не только для человека, вообще для всей Вселенной самое главное – это сознание, потому что все, чем занимается Вселенная, абсолютно вся Вселенная, от самой примитивной ее части до самой там, высшей, это процесс эволюции. Эволюция есть развитие сознания. Поэтому для человека в особенности важно, потому что мы рождаемся в материальности, а затем мы пробуждаем сознание. А когда мы сознание полностью развили, мы переходим на другой уровень. Поэтому у человека в любом случае начинается сознание, а значит, нужно знание. Потому что иначе можно физически себе лоб расшибить просто, да, знаете, прикажи, как там говорится, скажи дураку Богу молиться, он лоб расшибет, да? Поэтому, конечно, сознание начинается, но... Само дело, просто я имею в виду, что действие тела, оно отделяет как бы иллюзорную составляющую, да, что я уже что-то делаю. Я знаю очень много людей, которые бесконечно ходят и слушают самых разных учителей. И я знаю, что это необходимый процесс, как начало. Но если посмотреть дальше, что происходит, то люди становятся как бы парализованы, они зависают вот в этой благости, мудрости, благости, и так ничего дальше не происходит. Вот здесь реальность будет определяться тем, начал человек что-то делать с телом или все еще, как говорится, в процессе. У каждого, конечно, свой как бы, ну, этап эволюции, и абсолютно необходимо вначале наполниться энергией, которая идет через слово учителя, безусловно. Но я имею в виду, что вот то, что отделяет взрослого от детей, это уже действие. А действие означает что-то
связанной с физическим телом. Вот, на мой взгляд, это безошибочный критерий. Соглашусь. Я когда даже те же физические упражнения, день проходит совершенно иначе. Если я сделала сегодня все там, допустим, основы, которые запланировала, и совершенно другой день, если что-то не получилось с утра, я не рассчитала время и понесла день уже как-то наперекосяк. Если есть вопросы, мы с удовольствием озвучим, выходите. Скажите про себя, что вас удерживает, что не дает, что мучает, почему мы... Сегодня я вот заметила, что особенно с этой проблемой сейчас сталкиваются люди, которые до этого времени, особенно вот в детстве, в школе, знаете, очень такие серьезные вещи, травмы такие наносятся, синдром этот отличника, да, то есть когда человек долго-долго упирался, много лет, добился чего-то, и сейчас вдруг продолжает пытаться упираться, а сил больше нет, и возникает такое очень глубокое разочарование. Расскажите, есть у вас что-нибудь такое, что вот вы знаете, точно хочу сделать, но почему-то это не делаю? Или тяну до последнего? Или жду дедлайна, когда уже там... Не, все в порядке? У меня, например, полно такого до сих пор. Только я к этому отношусь уже спокойно, с чувством юмора, и, как говорится, но и как бы принимаю меры, но это нормально вполне. То есть, как говорил наш не так давно уже руководитель, этого не надо бояться. Я вот хочу сказать, что, знаете, вот как в любой игре, как и в жизни. Жизнь – это же тоже игра, да? Ты проходишь какие-то вот этапы, ты отработал мастерство удара, и ты здесь уже вообще босс локации фактически. Ты все можешь, у тебя все получается на изи. И как только ты поднимаешься на другой уровень, как вот сейчас, правда сказать, допустим, переходишь на другую работу или еще, там меняются кардинально правила игры, и ты там фактически обнуляешься, и тебя откидывает на предыдущий уровень. За счет своего опыта ты этот предыдущий уровень очень быстро проходишь, возвращаешься сюда, тебя опять откидывает, опять, но какой-то момент будет, что ты там на новом уровне задержишься, и ты начинаешь уже подниматься там. Ну, для меня очень важно было сегодня понимать, что все-таки сначала ты сознательным усилием определяешь себе, кого ты слушаешь, что ты будешь делать, куда ты будешь идти, потом соотносишь это с собой, насколько это меня касается, потому что можно ведь кого-то слушать, какое-то к тебе отношение имеет. Вот когда мы слушаем политиков, да, я в последнее время перестала слушать это все, потому что ко мне реально это никакого отношения не имеет. Потом ты выбираешь ту часть, если я правильно вот Сонку слышала, которая касается непосредственно в части, касающейся тебя, и потом уже идешь и начинаешь делать. Идешь, занимаешься зарядкой, учишь какие-то практики, не знаю, варишь суп, делаешь проект, еще что-то, но уже делаешь что-то в физическом мире, правильно? Да, обязательно в физическом мире. Обязательно в физическом мире. Мы живем в физическом мире в конечном итоге, и играет значение, что проявилось физически. А то, что там в голове благие намерения, умные мысли, это хорошо только самому человеку, но тоже все относительно. Там слишком много иллюзий и фантазий. Да. Спасибо большое. Мне кажется, эта теория очень такой доступной, понятной и полезной. Ребят, если тогда вопросов больше нет и желающих что-то сказать нет, я думаю, что мы очень интересно поговорили. Мне было очень важно, нужно, ценно, Сонг. Спасибо большое вам за вот это умение структурировать вот эту муть в голове. Как-то звучит этот голос, у меня все, господи, как я сам не дотукал только что.
Ну, я, в общем-то, в общем-то, этим, в частности, и занимаюсь. Я же не говорю обо всем, что меня сейчас интересует. Я, естественно, я настраиваюсь на тех, кто слушает, и пытаюсь разобраться, так сказать, ну, или помочь разобраться с тем, что актуально слушателям, прежде всего, да, то есть... Если я начну говорить, возможно, о том, что мне интересно, вам станет скучно. Скорее всего. Ну что, тогда мы, ребята, завершаем наш эфир. Спасибо огромное всем, кто был с нами. Да, спасибо. Будем, наверное, продолжать иногда выходить в эфир. И... Да, мы будем все-таки решили иногда появляться, иногда что-то рассказывать, потому что... Иногда люди приходят и рассказывают, а помните, вот как сейчас, да, вот девушка рассказала, а помните, вы мне посоветовали про ноги с сумкой, да, столько количества вот этих вот маленьких таких вещей, которые в какой раз, два, три, а потом раз пробило, и реально улучшается качество жизни, понимание потихонечку, не опасно, не страшно ошибиться, страшно остановиться и опустить руки и перестать делать. Мужество, как говорил тот же Черчилль, да, победа не навсегда, проигрыш не фатален, мужество продолжать, вот главное, это пройдите. Я вам всем желаю, ребята, хорошего сегодня дня, спасибо, что были с нами, Сонг, вам огромное спасибо, вот, да. Миллион раз. Всем спасибо, и до новых встреч. Спасибо большое, счастливо, приходите еще, поговорим еще о чем-нибудь.